Взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Первоуральске. За минувшие сутки выявлено более 500 новых случаев COVID-19. Это в 5 с лишним раз больше, чем в конце минувшей недели. Так, если в субботу в городе зарегистрировано 85 заболевших коронавирусом, то в понедельник цифра в 2 раза больше – 202 новых случая. Но это, как оказалось, далеко не максимум. Сегодня новый тревожный показатель – уже 537 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки. В регионе тоже продолжается рост заболеваемости COVID-19. Если в минувшую субботу почти 4000 заболевших, то в понедельник уже без малого 5000, а сегодня и вовсе зарегистрировано 5904 новых случая.